Футболисты начали встречу с традиционной разведки, зато болельщики сразу перешли к бою. Уже на 14-й минуте игроки и тренеры стали зрителями, а зрители – предметом наблюдения. Арбитр встречи Николай Иванов был вынужден остановить матч на несколько минут. 20 июля 2002-го нечто подобное уже имело место быть на стадионе «Шинник». В 2003-м столкновения фанатов «Спартака» и милиции случились на ближних подступах к стадиону. И вот теперь они, к сожалению, вновь стали достоянием телекамер. Что же касается непосредственно игры, то она вновь вышла на первый план в середине тайма, когда ярославцам удалось открыть счет. Отличился удачно проводящий концовку сезона хорватский защитник Эмир Спахич. Еще до перерыва гости отыгрались. Гол Павлюченко не выглядел логичным, если смотреть на ход игры и траекторию полета мяча. Вторая половина встречи выгодно отличалась тем, что весь стадион, в том числе и гостевой сектор, наконец-то получили возможность в нормальной обстановке посмотреть футбол. Игра стала более открытой, вот только на результативности это сказалось не лучшим образом. Забитых мячей больше не было. Апофеозом этой напряженной, боевитой, но не слишком содержательной игры стало столкновение двух защитников ярославского клуба и сразу несколько прорывов на поле со стороны трибун. Итог. Атмосфера на стадионе вряд ли понравилась его участникам, а встреча, которая проходила с небольшим преимуществом «Шинника», завершилась в ничью. 1-1. «Спартак» увозит из Ярославля больше очков, чем ЦСКА, «Зенит» и «Торпедо» вместе взятые, а «Шинник» теперь на 2 очка дальше от медалей.